Nossa, criança, gosto. Agora. Deixa eu achar o gato preguiçoso pra lá. Pra cá, deixa eu ver se eu dou na acrobática. Tá mostrando. Tem. Você aqui, espaçobnista acrobática? Pra cá, Tina. Vamos ver isso aí que eu gosto assim. E pra ganhar pulso, Texan. Até tem gato preguiçoso. Mas esse, irmão. Deixa eu ensinar. Para que você sacou? Tem tanta coisa mais que direito. Пушка. Ужас. Нет, как его? Как его там? Горшок. Амфора. Вот столичка. Бег на месте, общее укрепляющееся. Так суставы так снашиваются. Идет на рекорд. Oblivion. The Elder Scrolls. 4. А Morrowind был 3. А Skyrim 5.
почти прибежал. Его мастерство. Тяжело было бы качать акробатику, а здесь легко, потому что потолок не дает подпрыгивать высоко. Что-то он стал подпрыгивать, когда его не просят. Не, не хотят нам давать мастера атлетики. По себе подпрыгивает, хотя его никто не просит об этом. Ну, что творит?
слабо. Зачем идти, когда можно бежать? Вот ваш девиз. Длительные забеги и заплывы дали свой результат. Вы стали мастером в области атлетики. Бег больше не влияет на скорость восстановления вашего запаса сил. Так. Сохранить. Чтобы приготовить к использованию оружие или кулаки, нажмите F. Чтобы ударить, нажмите L. Блокировать удары. Ударить левая кнопка мыши, блокировать правая кнопка мыши. Или мы всех обыскали. Ой. Заразили на него с меня. Вам нужно оружие. Обыщите тело капитана Рено, чтобы открыть инвентарь павшего, а также любой контейнер, подойдите к нему и нажмите Space, когда появится его название. Капитан Рено. Чтобы открыть дневник, нажмите Tab. Его можно использовать, чтобы просмотреть характеристики вашего персонажа, надеть доспехи, взять оружие или выбрать заклинание. Так, нажмите на иконку кулака в нижней части дневника, чтобы открыть закладку инвентаря. Находясь здесь, вы можете надеть доспехи или взять оружие, щелкнув по ним мышью. Чпок. Чпок. Стальной короткий меч. Доспехи капитана Рено нам не дают снять. Такая подлость. А почему не дают?
как переодеваться. Надо бы переоделась в лохмотья. И мы бы у нее забрали доспехи. Она не хочет. Почему-то. Тут сапожки прикладываются к Робби, а перчатки тоже прикладываются. Грубый кожаный щит. Мешок. Свернутая ткань. Сундук очень простой. У вас нет отмычек. Лук. Ржавый железный лук. Грубая кожаная кераса, отмычка, факел, ржавый железный кинжал. Все. Чтобы использовать лук, вам нужно взять в руки и лук, и стрелу. Откройте инвентарь и руки героя соответственно. Можете воспользоваться своим луком. Корзина над колодцем будет отличной мишенью. Чтобы прицелиться и натянуть тетиву, нажмите левую кнопку мыши. Отпустите клавишу, когда решите выстрелить. Если у вас есть отмычка, вы можете попробовать сломать почти любой замок. Поднимите стопор замка отмычкой, когда он окажется в верхнем положении. Закрепите его там, щелкнув левой кнопкой мыши. Когда все стопоры будут закреплены, наверху замок откроется. Сапфир. 30 денежек. Эта дверь закрыта. Возможно, где-нибудь неподалеку вам удастся найти ключ. Потренируйтесь в использовании заклинаний. Чтобы использовать выбранное заклинание, нажмите Q.
готов выбрать другое заклинание на финте топа для открытия дневника. Не подали его какой лучше. Железный ключ. Отличка. Тысяча. Не 100 акробатику, а 1000. То может быть. Допрыгнем. Отсюда до туда. Атака с шестикратным уроном, потому что подкрался. Сундук. Отмычка. Зелье. Кусок сыра. Ржавый железный шлем. Железный боевой молот. Атака с шестикратным усилением. Так. Настройка. Игра. Сложность.
Och det var skoj. Det är det. Nu är det. Alla abyssna och sårsna strålar. Och vi är det kryssarna. Вы можете назначить цифровую клавишу любого вашему предмету или заклинанию. Удерживая цифровую клавишу и щелкнув по желаемой вещи. В игре нажатие этой клавиши заставит персонажа тут же воспользоваться этим предметом или заклинанием. В этот раз получилось. Туфли из свиной кожи. Этот гоблин еще не видит вас. Вы можете проскользнуть мимо него, чтобы красться, нажмите левый контур. Обратите внимание, что когда вы крадетесь, перекрестие прицела превращается в глаз. Если глаз темный, это значит, что никто вас не видит. Если глаз яркий, это означает, что кто-то из присутствующих может вас заметить. Ступка и пестик новичка. Вы нашли ступку и пестик. Используйте их, чтобы готовить зелье или яды из возможных ингредиентов, имеющих одинаковые эффекты. По мере роста навыка усиленные ваши зелья будут становиться все сильнее. Яд недомогания. Железный щит.
девочка. Чудесная стрела. Чудесный кинжал. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Щелкните на иконку заклинания в нижней части дневника, чтобы открыть закладку магии. Лечение легких ранений, освещение, повышение запаса сил, чарующий взгляд. Звезда запада, воплощение запаса сил. Голос императора. Чары 30 единиц на 30 секунд на цель. Чары. Магическая школа. Иллюзия. Чарующий взгляд.